Ладно, не получилось, пойдем. А погоди, тут Синдинг есть, давай поговорим с ним, возьмем у него квест. Что, добьешь его? Так мы не ссорились, ты чё? Все хорошо. Хелген разрушен драконом, даже не верится, правда? Смотри, у тебя здесь на мосту же есть эти кувшины висячие? Где? Ну, даже вот надо мной сейчас кувшин должен быть. Так, я сзади. Я сзади. А тут кувшин. А, да, есть. Ну-ка, давай, я поп... Давай. Ну, ты стоишь прям в огне. У меня даже эффекта нет. Это, конечно, обидно, что тут такие рассинхроны. А ты можешь это кольцо крутить? У меня двери нету. У меня открыто. А, ну да, слышишь, нет. Дверь мне запили! Что там, медведь? Орел сова. Стреляешься, да? Нет. У меня просто на укусы восстановления почему-то прокачался. Мне кирка нужна еще. А там где-то была кирка в этом, кстати. Да, где-то здесь в шахте должна быть. Ну, логично, в шахте кирка должна быть. Что, по-тихому или бежим? О, факел. Конечно. Видишь, по-тихому. Прикольно. Не, ну мне это нравится. А, или это не здесь? Что ты? А! Сюда. Точно, тут надо активировать эту штуку. А чё с бегом? Я вижу. Я у тебя тоже бешено бегаю, да? Да. Так ты посмотри, как я бью. Подожди. Куда? Блин, ты его с одного удара вольнул. Блин, а. Не успел эту ночку стрить. Он будет толкать этим. Ну-ка, давай догони меня. Быстро собирает. Я R нажимаю. Я даже не смотрю, что там лежит. Помесим здесь кого-нибудь. Так, ладно, все, давайте, хрень унимается, давайте, какие у вас есть задания? Давайте пойдем к Страже Рассвета. Неплохая идея. Короче, это погнали далеко? Сначала до Рифтона, да. До Рифтона пешком, да. Без карты. До Рифтона? Без карты, я знаю, как окей. Я веду, давайте. Я тоже знаю наизусть. Окей, я один его не знаю. А Рифтон это справа внизу, да? Да. Да. Все по очереди, да, я первая. Чё? Другу надо добывать по очереди, иначе она багаются. А, у меня нету этой кирки, чтобы её добывать. Поэтому ты её добываешь, да? Да, да. Интересно. И да, я тоже так, да, ребят. У меня энергия быстро заканчивается, я же всё в энергию буду складывать. Все равно у меня танк есть как минимум. А, я сдохну. Где он? Он бам. Он сейчас взорвётся. Уходим. Ну я ушел. А, ты уже состырил с него. Да, сразу же. A few moments later. Тут опять бандит не знаю, что мертвый наверху. Я просто очень хорошо помню эту локацию, когда я чистил ее на рефлайне. В смысле? И присоединюсь. У меня восстановление прокачалось, почему? Ух ты ж, нифига, у меня наполовину... Легкая броня прокачалась. У меня что-то прокачало прям наполовину. Что прокачал? Уровень. Ну вот, видишь.
Да, мы, конечно, еще как обузим эту игру. Подготовка к боссу. Мы сразу не тренируем. Небольшая. А, ну да, да, типа... Тренировочка. Поспал 2 часа. Степа, иди сюда. Ладно, ладно. Время-то не мотается. Встань сюда. Фос руду сейчас будет. Ну. И чё дальше? Чё-то слабо. Я бы. Надо просто вот так делать. И он избивает нам, тебя. Нет. Самое неприятное, что они нас вверх кидают, потому что мы снова. А мне уровень поднять. Он умер. А мне ману зато восстановилась нормально. Все. Ну если ты живой еще. Но он не сознал еще этого, понимаешь? Блин, у меня тут зелье залагало, у меня зелье лежит, я его не могу взять. Жиза, тоже не могу. Думаете, это почему мертвый у меня? Че, вот это зелье никто не может взять? Которое там у тумбочки. Да. О, вот теперь могу, она упала. А, круто. Я его, значит, взял в руки, чтобы показать, а у меня устырили сразу. О, все, я прокачался. Все, пошли. Окей. Нам немножко тут осталось. Степа, ты куда? Ну, надеюсь, что я в Рифтон. Я не знаю, мы же картой не пользуемся. Дай орчий стрел. Я тебе орчий стрел стрелил. Ну ты вор, верни мне. Заберу тебя еще. Я даже все стрелы забрал. Вот мужик идет. Давай убьем его. Одержимый бешенец. Он будет плеваться кислотой, если мы будем его бить. Что ты меня не бьешь? Спасибо, что ты меня не бьешь. Ну что, тебя вынес? У меня были полные КП. У меня просто это... Респаун вдруг начался. Он меня лежа уходит от меня опять. А я тут просто руду добываю. Так, Степа, ты где там? Я уже в четвертый раз возвращаюсь на локацию. Давай я тебе помогу там, наверное. Со старта бегу. Проблема в том, что первого я убил вообще с одного удара, а вот второго что-то у меня не получается. Ты где там? Потому что он сидит... Камням иди там, где камни упали. Так, я разбился. Вот сюда вот. Может он просто забрал. Тут сундук мастерский. Блин, его хрен взломаешь. У меня отмычек мало. Где ты опять сундук дошел? Да, заспамнился возле него. Я тоже вспомнила, что он здесь находится, и такая... Да это нереально его взломать. Сейчас взломаем. A few moments later. Просто прохождение уже даже не прокачивал взлом, просто потому что готов. Я могу вскрыть и... Ну, после я отмычки. И он пустой. Какой призывной? Нет. Ага, да, нам бы сейчас забраться сюда. Как нам забраться? Нам просто сейчас вверх надо на тропку попасть. Короче, идем как кто как может. Ну я вот. Я уже застрял. Вот тут волка избивает. Да. Колония Карвейн. Плоть из Карвейн. Имперский солдат. Они со мной не хотят говорить. Они сказали, что идут в Солитьют. Может, он скажет, что это в другую сторону? Да, они что-то обсуждают. А может мы сейчас Солитьют придем? Раздержать меня грохнул Хорус. Ого, вы все сдохли опять! Все, я засолил всех троих. Кайф. Где? Сдохнет, ты убегаешь, оно не убегает. Оно сдохнет. Сдох, молодец. Отлично. Все. Где-то мои правые воины, а?
Мы еще даже не добежали. Прям так как куча костей, когда я играла за некроманда. Вот тоже ни хера пользы. Нет, я просто escape нажал, и мне стало интересно, типа, он все равно на меня будет, это адрес или нет. Я хотел проверить, а ты просто убежал. Ну, естественно, я увидел большого врага и убежал. Также все танки поступают. Да, именно. Да, вот именно. О, бадья длинная, вот на такой бадье можно качаться. Вот, длинная бадья, вот она. А все я уже. Я тебя положу сейчас. Все уже. А я тебя положу. Я тебя положу. Я не могу тебя положить, у тебя нет вместимости. Этот предмет слишком тяжелый. Засунь бадью в лошадь. Вот здесь. Я так засуну. Большую длинную бадью. Оу май. Зачем? Это неинтересно. Типа, плюс с эбонитовым воином я не хочу сражаться. А, кстати, а с какого он уровня появляется? 80-й. А. Со 100% вероятностью в любом городе, в котором ты будешь. Круто. А мы чаще будем. Всего в экране. Интересно, их будет 3 тогда? А, нет, он будет 1, потому что это персонаж. Проблема в другом, у нас будет дуэль 3 на 1.